друзья. Что включилось, боже мой. Все на отдыхе. Наконец-то вот пришла вот отдыхать. Ну, Харитонов ждет меня, да. Не, ну что, я только приехала сегодня. Поэтому еще. У меня, кстати, вид из окна шикарный просто. Сейчас покажу. Вон там море. И, ну, там чуть-чуть видно. Вот полоска такая. Это море. Там. Вот. Так красиво. Очень все напоминает джунгли. Не знаю почему. Вот. Так, напишите что-нибудь. Привет. Юля лайкает, боже мой. Да, джунгли зовут. Там реально, там проходишь и видишь, как по типу лиан свисает с деревьев. Это так прикольно. Мне так это нравится. Я даже могу показать. Просто вот. Выходи на море. Нет. На море. Я только была на море. Хочется отдохнуть пока. Потому что мы в 5 часов приехали только. Как лето провела. Ой. Гуляла постоянно. И вот сейчас у меня лето продолжается. Хотя уже осень, да. Но тут тепло. Вот. Школу не надо. Я в школу пойду только с какого? С 10 числа я только в школу пойду. Привет. Да, с 10 числа это будет понедельник. Я 9 приезжаю, 10 в школу иду. Вот. Небось такое. У нас еще так получилось. Мы ехали. Я где сейчас? Я сейчас нахожусь в Сочи. 10-го, потому что, ну, так получилось. Меня больше удивило еще то, что вот эта вот гористая местность, которая тут находится, просто идешь, и тебя вот так вот дорога ветляет. Просто. Сейчас ехали на маршрутке. Мало того, то, что в горку, и вот такая вот просто дорога туда-сюда, туда-сюда.